арбузы, пшеничные булки, щедрый зажиточный край. И на престоле сидит в Петербурге. Может, вопросы у вас такие есть? Что смотрите? Вот есть. Ну, есть. Откуда будете, если не секрет? Из Петербурга. А, ну мы с вами беседовали, да, недавно, по-моему. Не, я не беседовал. Не беседовал. А на какие темы беседуете? Смотрю на флаг, это кому-то. Смотрите, по политическим темам, да? На флаг что, не понял? Ну что это за флаг у вас? А, это покойный Харьковской республики. В 14-м году. Харьковской. В 14-м году такая была. А, в 14-м Харьковская республика была? Да. Я и не знал. Ну, погуглите, узнаете. Ну, Аваков ее раздавил. Я просто не его. Харьковская республика была. Ну, а что? Ну, была. Две недели. Да. Ну, пока Аваков он ПСД не дал, да? Ну да, я же говорю, пока Аваков не раздавил, да. Да, правильно раздавил. Да. Ну, с вашей позиции, наверное, правильно. Я ж не спорю. Ну, правильно. Я хочу, чтобы он робил, блядь, хуйню всякую занимать. Ну, каждый судится... А что, не хуйня или что? Донецкий что там, блядь? Заебись, кстати. Не, в Донецке тоже нехорошо. Ну, нехорошо, нет. Но если блядь. Если это уже нормально. Тут, блядь, империи захватилось, блядь. И республики какие-то, блядь, там. Так не, блядь, так не империи, наоборот, захотелось отколоться от империи под названием Украина. Вот что захотелось. Какой империи захотелось? Ну, не получилось. Не получилось. Гнилый, я Приднестровье, я там, блядь, и всяко хуйня, блядь. Что ты взял? Харьков это... Харьков намного имеет больше экономический, природный и интеллектуальный потенциал, чем то Приднестровье. И Харьков уже вас нахуй. Кто? Кого? Харьков. Кого вас? Ну, Касав. Ну как посылают? А ведь укрпатриоты, они и всегда посылали. И сейчас посылают. Культурно. Укрпатриоты всегда и посылали, и посылают, кто же спорит. Попадите, блядь, я всем рассказываю. До 24-го года, пока, блядь, Кемченкук хочет стать обнуленным, так? России не будет, блядь. Я сейчас 14-го года рассказывал, блядь, уже, блядь, заебался рассказывать, что России не будет, блядь. Так. Ну ты меня можешь, ты меня можешь не троллить по поводу России, у меня Россия под VPN. Да мне все равно VPN и VPN, понимаешь? Ну я понимаю. Понимаю. Был Советский Союз, его не стало, да? Была Россия и Россия. Ну и Украина была, сейчас есть Украина, и Украина не станет. Россия, просто зелью надо, блядь, хочет. И Украина не станет. Вы же... Куда Украина у нас всегда была? Дивите, Римская империя была, Украина была. Поляки були, Украина була. Що ти взяв, що при Римській імперії Україна була? Україна появилась була, как... Україна була при Римській, при поляках була Україна, при татарах була Україна. Ну да, да, да. Де Росія? Де мені розповідає, де Руська Республіка? Не читаю... Ну... Да, де Русская Республика? Нет Русской Республики. То, что... Ну, то, что русский называется область или край, а то, что не русский, называется республика. Это же элементарно. Ну, да, буряты, это русские. Да не, ну, буряты это республика, ты ж не понимаешь в госустройстве. Да какая разница, поболее, чем чище. Что свой язык, не понял?
Конечно. Ну, я не в Украине живу, но в Украине я знаю еще имя, я бываю в Украине каждый год. Кто же знает в Украине русский язык? Ну, кто? Метрополия, метрополия, в Казевке из Киева. И при Совке даже щемили. Не только сейчас. Короче, вы долбоюсь. Да, да. И при Совке щемили, не только сейчас. Да, прости, блядь, в Киеве, под Сергеевым Буком. Ну, я последний раз в Киеве был в 5-м году. Вообще, я каждый год бываю в Харькове. Да, нахер мне твой Киев сдался. Ну, вот вы даже ГЕПу заставили на мове говорить на горсовете. Это вообще цирк. Ну, державно, допустим. Вот когда он переговаривается... Когда он переговаривается с каким-нибудь министром, то да, он должен на мове говорить. А когда он ведет горсовет, он там все на русском говорят, а его как мэра заставляют на мове. Это ж цирк полный, в цирк не ходи. Это вот буквально недавно началось. Ну че, пожалуйста, кто тебе есть? Дадут переводчика, будь переводчик. Переводчик, а ему же не разумеет. Ну, переводчик, значит, должен быть. Ну, тут давай переводчик, а тут что, блядь, какие питания есть. А вы там, блядь, думаете, блядь, что, блядь, не то. Ты бы это самое, просто не знаешь функции державной мовы. Если это... Ты знаешь, знаю. А ну, расскажи. Повторяю, вот все те рассказы. Функция державной мовы. Гимн должен быть на державной мове. Деньги. Обращение чиновников выше звена, но не городского. Областного, да, но не городского. Ты там в России думаешь, что вы, блядь, такие великие, блядь. А то, что... Вы говорили, что вы знаменитый? Да успокойся, я не из России, я тебе сказал уже. Откуда? Из Канады, у меня Россия под VPN. Ну, а что ж ты в Канаде, блядь, в России? Там, а что? Это... Ну, потому что я в Канаде, а не в России. Я с тобой полистер, да, ты правильно говоришь, по-моему. Да. В Канаде тоже цивилизованно. Но мне и в Канаде нормально. Нет, ну тебе в Канаде нормально, а что ты топишь? И в России, блядь. А я что топлю за Россию, что ли? Где ты хоть слово вилши? Ты хочешь, давай в Торонто, там, давай на отдельный, блядь, не областя там. Я топлю не за Россию, я топлю против мовы. Против мовы я топлю. Да это... Какой русский мир? Это ты? Ты слышал звон, да не знаешь его. Ты ж даже не понимаешь это самое, что ты говоришь. Это ролик 9-летней давности, как в Монреале разогнали коммунистов. Причем тут русский мир? Причем тут русский мир? Это коммунистический. Они. Но ты ж не понял. Они. Я ж тебе говорю, я топлю против мовы в Харькове. Все. Я топлю против мовы в Харькове. Больше ни о чем. Кринчей, блядь! А он как будто невзначай, всего лишь доллар дал начать. Да дурака валяли. Разговаривают. Он так говорит, блядь. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство.
У них есть один. Наверное, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгой да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. Но ты мне улица родная. Я из неба дома.